Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Suzuki Vitara, трехдверка, боковой задний удар, я так понимаю, крутила машину, потому что и передняя часть автомобиля разбита, но мы будем делать только заднюю. Замена крыла с вытяжкой и ремонт двери багажника, тоже достаточно крепко досталось. Вот установили машину на стапель. Сейчас будем разбирать и вытягивать.
Thank you.
Замена крыла закончена. Такой получился результат. Швы на всякий случай брызнуты грунтом, чтобы не было ржавчины, пока доедет до малярки. Такие зазоры. Все проварено. Сзади получился вот такой результат. Ровненькие зазорчики, соответствующие правой стороне. Протянута дверь. Они еще не решили, сохранять ее или поменять на новую. Попросили просто вытянуть. Все, машина поедет в малярку.